2 декабря выборы. У каждой партии свой номер. Какая партия получила самое значимое число, которое имеется в истории человечества? Какая цифра из 11 самая историческая? Цифра 7. Это же не я придумал. Это жеребьевка, конечно. Это случайно, но тем не менее. Это же все-таки провидец. Кто-то ведь дал нам возможность вытянуть 7 номер. И вы знаете, что человечество говорило сперва на 7 языках. 7 дней в неделю. Воскресенье для нас, для православных, святой день. 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. Фильм «Семеро смелых», «Великолепная семерка», 7 невест ефрейтора Збруева. Везде 7 планет. Человечество впервые увидело и сегодня в состоянии распознать только 7 планет. Марс, Солнце, Юпитер и так далее, Сатурн. То есть семерка – самое святое число. Поэтому, если вы хотите успеха для вас, а не для меня, вы все дружными рядами 2 декабря пройдете и проголосуете за цифру 7. Не название партии, а цифра 7. Потому что только она принесла человечеству счастье. Ни одна другая цифра не смогла обеспечить развитие и задержаться в памяти человека. Это самая сильная цифра. И надо опираться на то, что сделано миллионами лет назад. Не те, кто незаконно власть захватили в августе 91 года, им всего 16 лет, а миллионная история человечества. Вот человек сказала, вся история человечества, сказали, цифра 7. 2 декабря за цифру 7. 2 декабря не брать и не бояться. Голосуй за ЛДПР!